Более 20 лет вы возглавляете эту службу в системе МВД Карелии. Это немногим дано такое. Коллеги знают вас как требовательного руководителя, высокопрофессионального специалиста, доброго и отзывчивого человека. Ну и, наконец, о праздниках. Сегодня в Министерстве внутренних дел отмечали славный юбилей. 60 лет исполнилось полковнику милиции Владимиру Петухову, начальнику экспертно-криминологической службы. Без экспертов не обходится ни одна команда, потому поздравления случали от всех начальников остальных подразделений министерства, а также лично министра внутренних дел Владимира Сидорова. На сотрудниках подразделения, которое возглавляет Владимир Петухов, лежит вся работа по сбору и обработке вещественных доказательств преступления. Людей не хватает, эксперты работают с двойной нагрузкой. Да вот еще, например, и фотопленка русская, черно-белая, из продажи исчезла. Приобретение последнего времени — химическая лаборатория и экспертиза взрывных веществ. Но особая гордость отдела – собранная за многие годы коллекция оружия. Ей впору оказаться в музее. Вот, например, знаменитый ковбойский Смит энд Вессон до сих пор бьет без единой осечки. Дамский Браунинг, почти как в шпионских фильмах. Ну а вот такое холодное оружие — изделие уже нашего времени. Неизвестно, было ли оно в деле. Впрочем, случаи бывают разные. Изъяли на месте происшествия следы зубов на масле. Привезли это, следы зубов, так, положили на окно, ну и сами пошли, ну работали целую ночь, сами пошли перекусить. Приходим, следов зубов нет и масла нет. А рядом сидит кошка, облизывается.